Всем доброе утро. Отвез сегодня Светлану. С утра прохладно. Я уже думаю, Светлану повезу. Что будет идти себе? Непонятная такая погода. Тут дождь был. Но сегодня с утра сирена за сиреной была. Мама осталась дома. А Светланку чуть заранее привез. Ну ничего, пока она там пройдет, зайдет себе в кафе, выпьет кофе или капучино, ты пойдет себе на работу. А там недалеко, я ее не подвожу к работе, потому что было сегодня зарано. Светлану я уже отвез, приехал домой. Вот такая работенка у меня, видите, в его бере. И надо будет такую как бы шубу набросить. Туалет вместе с душ-кабиной. Ну как душ-кабина, такой душ там, сверху бак. Это надо будет все песок с цементом набросать. А внутри там его надо будет прошпаклевать. Сейчас займемся. Я двери пообклеивал, стенку пообрезал. Здесь я не знаю, что у меня тут будет. Это, наверное, забрасывать я не буду. Выключатель будет, что у него тут. Скорее всего, да. Сейчас шубу набросим, пройдусь этим. Грунтовкой, а потом хорошо смочу. И начнем работать. Сзади-то я не смогу, потому что тут у него дрова. Дрова не убрали. Я не буду это убирать. Только три стороны сделаю. С ее грунтовкой. Литровая канистра. Надо ее поставить на место. Песок, цемент. Сейчас это будем все мешать. Сейчас поставлю канистру на место. Ну сейчас три мешка стартового. Ну, это внутри буду я делать. Это, как вы помните, я еще тогда делал, ведь позакрывал. Но он тут не покрасил. Наверное, в этом году они не будут тут жить. Не знаю. И там внутри я что же шпаклевал ему, перетирал, пошпаклевал. Наверное, в этом году они не будут жить. На следующий год, не знаю. Тут люди готовятся. Сразу все не могут сделать. Так, с нашего начнем. Я уже чуть набросал. Пускай подсыхает. С этой стороны подсохнет. Пойду на ту сторону. Ну, так не хотела бы, оно было аж шикарно. Просто он хотел, чтобы вот эти щели все, швы, короче, позакрывать, хорошо бы он уже сыпется. Все когда-то, я не знаю, кто это делал, ведь мало цемента дал, и оно держит плохо. Ну, а так оно схватится. Конечно, бы хорошо бы сетку дать сверху, но, увы, сетку нет. Те материалы есть, как он, я договорился с ним. Ну, как он сказал, я там договаривался. Попросил, я ему сделаю. Потому что сетка стоит, он говорит, не хочет деньги тратить на вот это красоту, как говорится. Ну, уже будет, все вместе это будет держаться. Захочет, покрасит.
А нет, так оставят. Но грунтовка все равно надо сверху будет пройти. Когда высохнет, надо еще раз грунтовкой пройти сверху. Она тогда схватит хорошо, не будет обсыпаться. Пускай высыхает. А я иду на обед. Покушаю. Накормлю наших барбосов, там маму. Пускай сохнет. Потому что непонятно, не хочу начинать дальше. Посмотреть, какие тучи. Не дай бог, что дождь пойдет. И то мне все посмывает. Надо подождать. Хотя бы с полчасика. Может, эти тучи пройдут. Главное, чтобы дождь не пошел. Ну, уже намного лучше выгляд будет. Конечно, оно не ровное. Тут надо было и откосы делать, доски ставить. Ну, не захотел. Говорит, что для туалета и так пойдет. Ну, там такая как бы душ-кабина, непонятно. Сверху бак стоит. Летом помыться можно. Ну да, это откосы, надо было все равнять. Он не захотел, я все сделаю. Я бы мог сделать бы красиво, но... Ну, пришел домой, карапузы уже ждут. Мама машину охраняет. Мама машину охраняет. Да то сейчас непонятно я. Да холодно и непонятно, что на дождь. Смотри, какие тучи. Я переживаю, бы дождя не было. Ну идем, сейчас поедим. Воняло дым. Та я что там буду курить? Что я там спалю, мама? Да что я буду палить? Чарлик, перестань. Виля в кошелке ему что? Сейчас я их накормлю. Идемте, сейчас вам кушать дам. И маму накормлю. Давай, я на улице, наверное, разденусь, бо я весь грязный. Ну это только эту сторону и там чуть-чуть. Надо, ну вот эту и надо ту сторону. Мама, я так быстро, все, все, закончил уже, все. Ну как я так могу? И оттуда, мама, надо везде накидать. То не так быстро делается. Не так, мама, быстро все делается. Ну, она Вилю лает. Чарлик! Уже всех накормил. И мама, и наших карандашей. Его потихоньку уже подсыхает. Ну, здесь подсохнет, потом клеенку сниму. Чтобы не запачкать. Я тряпочку с собой взял, хорошо повытираю. Ну, останется мне с этой стороны еще. Завтра день иди, надо будет пройти. Ну, пускай подсыхает. Еще наверху наложу, подсохнет. Еще раз. И с улицы будет уже готово. Останется только еще внутри. Но внутри он хочет по-другому. Ну, сделаю. Я думаю, что все, ну сколько, все завтра, послезавтра. Думаю, что уже до четверга я уже сделаю. Да, где-то уже в среду сделаю. А может, главное, чтобы погода была. Да мне, в принципе, спешить нету, куда, куда мне спешить. Эту дырку, он говорил мне закрывать, я ее оставляю. Не знаю, что она там.
Конечно, хорошо бы откосы бы сделать. Но, согласитесь, уже намного лучше будет выгляд иметь. Это уже кирпич там вообще уже шатался. А там уже будет лезть и все. Песок цемента будет держать хорошо. А так бы и развалилось бы. Уже 5-й час. Порядок после себя я сделал. Поубирал. Ну, потихоньку подсыхает. Внизу я тоже там забросал. Как раз до завтра оно высохнет. Эта сторона еще мокрая. Ну да, она еще мокрая, видите, какая серая. Ну, намного лучше стало, согласитесь. Еще надо будет внутри. Вот здесь внутри тоже сделать. И в этой. Так само внутри надо будет делать. Это душ. Летний душ. А там туалет.